Эй! Пошел вон отсюда! Пошел вон, я тебе сказал! Пошел вон! Паршивка мелкая! Отлично, у нас первые посетители. Дениску я, кстати, давно не слышал уже, надо... Ой-ой-ой, ну как... Да, мадам, конечно же, проезжайте, пожалуйста, пожалуйста. Ну-ка, давай-ка, заправим. Ну-ка, сколько вам? Ага, отлично. Супер. 114. Что у нас по ценам? Кстати, ты что, пришел сюда мусор опять выкидывать? Что у нас по ценам вообще на бензин? Доставка, топливо. Цена пока 2 доллара. 2 доллара. Ну да, он пришел, смотри, тут наследил, мне мусор накидал. А где он? Эй, мужчина. Ага, понятно. Мужчина пошел там гадить. Сейчас, молодой человек, сейчас, секундочку. А чё ж так мало-то покупаете? Девушка, почему так мало? Надо больше брать, надо больше брать. Про запас бензинчика надо брать. Супер. А, все. Ну давай, супер. Давай, пока. Давай, пока. Что у нас тут, нагадили? Нет, еще пока не нагадили, нормально все. Тут все в порядке. У нас 8 часов, 9 час, почти 9. Я, наверное, немножечко бензинчика себе солью сюда. Отлично. Мне надо заправить нашего малыша. Все, отлично. Заправлен. Поехали. Как раз ночью поработаем. Немножечко. Ага, конечно. Сигналит он. Так, а как там поднимать-то было? Я уже не помню. Ага. Во. Поехали. Мы туда сейчас выгрузим, в ту яму. Так, замечательно. Смотри, ночью какая народ попер. Пойдем, наверное, сейчас заправим. Пойдем, сходим, заправим машину. И дальше за работу. Замечательно. Так, что у нас там? Шериф тоже что-то покупает. Водички ему не нашлось. Ну-ка. Чипсы, да, взял? У меня вроде как кроме чипсов там больше уже ничего не осталось. Зато две пачки взял. Найс. Пожалуйста, пожалуйста. Еще буквально немножечко, и мы сможем заказать еще топливо. Тихо, тихо. Так, хорошо. А кушает он, конечно, топливо этот малыш очень много. Посмотри, как он. А было почти полное, а уже меньше половины. Прям... улетучивается. А, ух ты, у нас клиент уже у кассы. Уже ждет, что-то купил. Надо быстрее обслужить. Отпустить его. Я, наверное, сейчас этого малыша прямо тут и поставлю. Руди.
Вот как раз вот под этой кучкой. Да, молодой человек, что вам? Have a nice day. Всего хорошего. 199 буквально немножко не хватает. О, как раз мы сейчас... полицейского и заправим на эти деньги. А что так мало-то, господи? Побольше надо заправляться. Вы что это так мало-то заправляетесь? Скорее всего, она сейчас скажет, что что-то ей не хватает, чего-то там нет, поэтому ладно. Так. Ага, там в туалет пошел молодой человек или девушка. Ну, вот еще одна приехала. Или приехал. Короче, машина приехала, какая разница, да? Угу. Все, у нас место под стоянку еще есть. Нет топлива. А, черт. Ну, придется тогда тебя пока что здесь оставить. Замечать. Надеюсь, тебе побольше надо топлива. Ну, не очень, конечно. Тем не менее. Да, молодой симпатичный. Всего хорошего. Так, выкидываем мусор. А что ж ты будешь делать? Я не мог ноги где-то тут струсить. О, посмотри-ка, уже краска как облущилась. Так, нормально. Разочек получил по морде, но... обновили, а то она как-то какая-то уже серая. Это как раз в самом начале, когда я только начинал учиться красить. Тут очень... Ой, иду, малышек. Очень многое получал по морде этой краской. И она, получается, плохо покрылась. You're a lifesaver. Всего хорошего. Что, опять мусор выкинул и все? И Скитлс хочет. Да, говнюк. Дениски давно не было, надо прислушиваться. Он может без предупреждения прибежать. Может сейчас появиться. Все, популярность выросла, уровень 3. Я не знаю, что это нам дает. Пока что это нам ничего не дает. Но... ну ладно. Раз покупаешь, так уж и быть. Еще берет. Молодец какой. Какой молодец. Давай посмотрим, что у нас... блин, топлива совершенно мало. Уровень повышен. Что? 700? Выполните больше задач, чтобы получить возможность модернизировать заправочную станцию. То есть мне надо 700 баксов, чтобы было? Вы издеваетесь? Вы правда издеваетесь? Ладно, заказываем, у нас другого выхода нет. У нас нет другого выхода, иначе у нас просто закончится топливо. И это будет плохо. Блин, капец, цена, конечно. Офигеть просто. Have a nice day. Ага, хорошо, машина подъехала, пойдем. Доставка топлива. Отлично. Низкий уровень топлива. Сейчас мы зальем. И все будет у нас хорошо. Молодой человек что-то покупает. Замечательно. $197.
Я вообще работаю, получается, без выходных. Видел? Все, воды вообще у нас нет. Я твой должник, говорит. Да что ж такое? Смотри, здесь тоже уже плохо себя чувствует. $296 у нас снова. И у нас топливо. Топливо у нас 42%. По доставке. Топливо до сих пор очень дорогое. Слушай, мне нравится. На топливе мы нормально выезжаем. Вот это вот, вот эти все пирожки, булочки, чипсы, вода. Как-то это, конечно, нужно для дополнительного дохода, для всего остального, но это не основное. Вот основной как раз вот идет неплохой у нас заработок именно на продаже топлива. Снаружи вот это что у нас? Это стульчик. Почем он? $30. Вот давай просто ради интереса $100 потратим. Вот купим его. Дальше, передняя часть АЗС. Это что, лавочка у нас получается, да? За $40. И вот это $50. Нет, это я уже пока не буду покупать. Чуть попозже уже это купим. А то дороговато что-то выходит. Вот, у нас теперь такой стульчак, где мы сможем, типа, отдыхать. Если у нас еще лавочка появилась. Дениска прибежал. Эй! Пошел вон отсюда! Пошел вон, я тебе сказал! Пошел вон! Паршивка мелкая! Засранец! Успел что-то нарисовать? Я слышал, пшикал там что-то. Так, это мой супер-мега... отбиватель. Блин, что-то у меня тут срач какой-то, смотри. Отбиватель от Дениски. Ну-ка, тут нормально все. Тут вроде бы тоже нормально. Фух, отбились. Нормально, нормально, не успел нагадить как следует. О, правда, у меня тут посетители не вкисло так. Нагадили. Товар мы по-любому будем завозить, но не сейчас. Сейчас мы просто себе этого не можем позволить. Там каждая партия, каждый вот это все стоит по $50. Я думаю, знаешь что? Давай, наверное, мы что с тобой сделаем. Товар нам пока тоже не горит. Если они ничего покупать не будут, меня пока это не сильно будет напрягать. Я думаю, что для начала у нас будет лучше всего подфармить деньжат, подработать, добиться того, чтобы у нас была полная заправка. Ну, как минимум, там нормально, чтобы было там процентов 60. Чтобы у нас хватило заправить ее на 60%, саму заправку, и починить вот эту мастерскую. Тогда у нас дело сдвинется еще дальше, мы сможем уже ремонтировать автомобили, насколько я понимаю. И плюс у нас будет... разбег для того, чтобы мы смогли подзаработать. Вот, видишь. Поэтому нам надо посмотреть. Топливо до сих пор бешеных денег стоит. 240. Ладно, я закажу еще. Осталось 76. Ох, как вот тут вот, развернуться, если вот, вот так вот все, вот по таким деньгам все улетает? На самом деле нет, на самом деле просто у меня сейчас еще ушло довольно много на внешний вид. Так, подожди, там что, там нормально это все или нет? Я пока декор покупать не буду. Сейчас, в общем, наша цель будет подсобрать немного деньжат для того, чтобы, как я и сказал, 60, ну хотя бы 50. 50% будет заправка забита. И... чтобы как раз было $300 на воркшоп, на вот этот. И тогда мы сможем уже с тобой знать точно, что у нас есть возможность покупать воркшоп и не остаться в нулине, как в прошлый раз. Не очень, конечно. Который можно попробовать закрасить склад.
Ну-ка. Желтенький такой. Ну, давай снаружи посмотрим. Да, вот этот цвет гораздо красивее. И даже вот эти столбики, то, что они ближе к коричневому, а не к этому, тоже, в принципе, неплохо смотрятся, так как они подходят по цвету к стенам более гармонично. Ладно, тогда так пока оставляем. Побежали. Здравствуйте. Так, порядок наводим. Всего хорошего. Вот это, кстати, тоже. Думаю, что все-таки можно отсюда поубирать. Ох, класс. Отлично. Отлично заправилась. $483 у нас. Что по заправочке у нас? 17%. О, подешевело немного, смотри. Берем, да, на 225. Заказываем. Отлично. У нас 260. Представляешь? Они иногда приходят просто сюда топливо, этот мусор выкинуть, и все уходит. А мне же надо его таскать. Кстати, давай закажем... закажем вывоз мусора. Потому что у нас его уже начинает потихонечку набираться. Тут как тут. А вот тот контейнер у нас уже полный. И вдруг он нам понадобится. Отлично. Ну вот, смотри, оп. И треть уже заполнил мне. Нету, нету, ничего нету. Извините, ничего нету. Сейчас пока что ничего нету. Супер, говорит. У нас 90% уже. 90%. Представляешь? 61%. Вот, именно тот момент, когда вот сейчас кто-то сик-сик сделает, и мы сможем с тобой, получается, купить, и у нас будет еще 60%. То есть мы покупаем с тобой мастерскую, и у нас 60% еще топлива. Это прям вот то, что я и говорил, то, что мне нужно. Это прям то, что мне нужно. Мы тогда покупаем мастерскую, и у нас есть чем дальше денежку зарабатывать. $301. Все, у нас пока мусор будет вывозиться. Пойдем с тобой посмотрим, что у нас тут как. Восстановить. Ура, дамы и господа, поздравляем нас с вами с приобретением мастерской. У нас еще остался $1. У тебя уже есть письмо. Спасибо, давай почитаем. То есть прогресс у нас налицо. Мастерская. Поздравляю, мой маленький племянник. Твоя станция выросла настолько, что стала функциональной мастерской. Молодец. Надеюсь, ты понимаешь, что это не означает, что ты будешь сидеть на лаврах, если никто не будет делать за тебя работу. Я предлагаю тебе засучить рукава и приготовиться к серьезной работе. Я уверен, что ты найдешь множество заданий для каждого, кто заглянет к тебе, чтобы починить машину. К сожалению, пока что ты должен знать, как делать эти вещи самостоятельно. Давай посмотрим. Во-первых, чтобы начать ремонт автомобиля, дождись, пока клиент выйдет из своей машины, затем нажми кнопку на автоподъемнике. Я слышал, ты когда-то пробовал быть механиком. Да, было дело, было, кстати, дело, было дело. У нас есть симулятор автомеханика, кстати. Если хочешь, чтобы мы на него посмотрели, поиграли, пиши, пожалуйста, буду с удовольствием тебе показать. Что ж, задействуй свои точенные чувства, shift по умолчанию. Так, и найди сломанные детали, отмеченные красным цветом. Прежде чем начать их заменять, найди подходящий аналог и подбери его. При этом помни, что детали не появляются из воздуха, тебе придется заказать их, как и любой другой товар, и они прибудут с грузовиком доставки, как и другие заказы. Только не забудь положить их в мастерскую, на заправке они явно не поместятся. А теперь отправляй сюда и заставляй, не заставляй клиентов. Короче, мне еще придется покупать запчасти. Это финиш какой-то. Это меня немного пугает. Деньги-то нам нужны на все это дело. Так, $25 у нас пока что на счету. Вот наша станция. И у нас есть уже первая машина. Что у нас тут получается? У нас спущено колесо.
И что-то с дверью. И с зеркалом, да, получается? Так. Нужно колесо, чтобы начать ремонт. У нас колеса есть, смотри. Берем колесо. Так. Что дальше? Так. Снимаем. Новое колесико ставим. Прекрасно. Далее. Что у нас с дверью? Царапина на авто. Вот у нас есть шприц. А, ух, ничего себе, тут я тут нацарапали. Ну-ка, давай-ка. Отлично. Замечательно. Это готово. И у нас еще зеркальце. Зеркало есть у нас где-нибудь? Запасное какое-нибудь зеркало? Вот у нас есть зеркала. Так. Идем сюда. Ага, тут старое подпокоцанное, разбитое. Сколько? Мы прокачали уровень и заработали только что плюс $290. А, ну, конечно, там же плюс еще запчасти, правильно? Доставка. Запчасти. Шины. Так. Шины. Одна шина. Мы как раз одну потратили. Добавляем одну. Средство для удаления царапин. $85. И одно зеркало. Да твою медь! На $218 было заработано 290. Ну, в любом случае, в плюсе. Ну, конечно, не настолько феерично, как это поначалу показалось. Ну да ладно. Друзья мои дорогие, теперь тут полный капец. У меня теперь будет жопа в мыле такая, что офигеть. Уже клиент у гаража, смотри. Поехали смотреть, что тут надо-то. Здравствуйте. Что у вас там? Мне еще грузовик надо сгонять, разгрузить. А у нее зеркало только. Так. Отлично. $100. Иду. Нетерпеливые какие. Так, а куда мне разгружать? У меня же там для продуктов. Черт, у меня же там для продуктов. Посторонись. Ну, давай сюда. Все, отлично. Надо дождаться, когда он уедет. Еще топливо надо человеку. Давай ты побыстрее, может, уедешь, а? Все, отлично. Уходим. Замечательно. Я тоже очень рад вас видеть. У нас сразу, смотри, $316. Вот это победа. Так, ладно, главное не сплюнуть ничего это. Так, что у нас тут получается? Мне же как-то это все загрузить сюда надо, правильно? Что они хотят? Пополните полки мастерской новыми автозапчастями. Черт, у нас машина подъехала. Полки пополнить? А как? Я не помню. А вот. Так. Сейчас, женщина, подожди. У меня тут это... Надо разгрузить полки. Так, готово. Так, колесо, зеркало. Так, хорошо, одно есть.
Это и зеркало. Зеркало где у вас там было-то? Вот это что ли? А, ну да. $260. Так, пока она будет выезжать, пойдем быстренько заправим человечка, чтобы он не расстроился, не уехал. Прекрасно. Хорош тут топтаться, нет товара больше, ничего нет, все. Ага, уже чипсы. Когда они были, вы не хотели, а теперь все, до свидания. Мне бы контейнер, конечно, сюда поближе поставить, не помешало бы. Вообще, конечно, надо вести учет, сколько продал, сколько, ну вот я имею в виду по тем же колесам, да, по запчастям. Сколько ушло, сколько осталось, чтобы всегда пополнять на место, и тогда все будет хорошо. На данный момент пока что у меня три источника дохода, правильно? Это заправка, мастерская и туалет. Продукты мы обязательно с тобой закажем. Обязательно с тобой закажем, но не прямо сейчас. Чуть-чуть нам надо еще с тобой подняться. Еще немножечко бюджет свой повысить, чтобы можно было прям загрузить полки. И вот это все. Выполните все задания, чтобы получить возможность модернизировать АЗС. Какие все задания? Обслуженные клиенты магазина. Ага, ремонт авто, я понял. То есть они теперь у нас... У нас теперь появились еще вот задания. Ну, чтобы обслужить клиентов магазина, нам придется покупать все-таки товар. Продуктовый. Но до этого нам еще чуть-чуть надо дорасти. У нас, видишь, сразу же низкий уровень топлива. Сегодня посмотрим, что у нас по топливу. 23%. Я думаю, вполне можно уже заказать. Вот так вот, да? А если мы, подожди. Вот так вот, это на 300. Заказ был уменьшен, чтобы соответствовать имеющим мощностям. Чё? А, мощностям, я понял. На $345. Нет, давай пока не будем горячиться. Пока берем... Все по стандарту. Вот если цена упадет до 1.75, тогда мы уже с тобой посмотрим, чтобы загрузить подороже. Побольше взять. Пока что, пойдем сюда. Здесь у нас есть необходимость загрузить два колеса, как минимум. Это пока нам не надо. И давай два зеркала возьмем. Закажем. Того у нас $180. Видишь, как деньги, блин, вот вроде бы только что миллионы долларов. А, все, там уже 600 бак бочинских на счету. Бац-бац, только товар закупил. Ни хрена уже нет. Все. Ни хрена уже нет. Представляешь, как просто улетают деньги. Деньги у меня в деле. Они, в общем, крутятся, вертятся. Клиент у гаража. Так, пойдем посмотрим, что там надо. Пойдем посмотрим, что там ему надо. И как правило, девушки приезжают, смотри. Что у нас тут? У нас царапины и зеркало. Все, да? Да, с этим все. И зеркало. Замечательно, $210. Так, доставка топлива, уровень низкий топлива. Господи, со всех сторон, смотри. Я прям на разрыв опять. А, ну это же офигенно, согласись, это круто. Ты прям в запаре, ты бегаешь, у тебя там машина, тут машина. Там у тебя клиент, тут у тебя доставка. Но ты прям в те, ты понимаешь, это ты в деле. Это гораздо лучше, чем лежать мертвым грузом на диване и плакать, что работа, все нихера нет. Все плохо в моей жизни. Когда у тебя вот так вот жопа в мыле, яйца в поте, ты не в альной пороте, это значит, что у тебя все идет... Что? Все. Это значит, что у тебя все идет шикарно. Значит, у тебя дела идут. Значит, ты с голоду не помрешь, и все у тебя будет хорошо, деньги будут. Уехал? Так, пойдем сразу топливо отольем. Здравствуйте. Отлично, $35.
Так, ну что, дорогие друзья, на этом, я думаю, мы нашу очередную серию можем заканчивать смело. У нас на счету $430, у нас покрашен тот, у нас заправлена заправка, у нас уже работающая мастерская, которую мы, кстати, приведем в порядок, покрасим ее абсолютно в такой же вид, как и... так же, как и наша заправка. Тут, кстати, у нас потемнело, тоже подкрасим. Будет она у нас такого же цвета, как и это. Правильно? Правильно. Я думаю, это будет логично. То есть лицевые здания должны выглядеть одинаково. Ну, а тебе спасибо за лайк, спасибо за просмотр. Надеюсь, тебе понравилось. В следующем серии мы будем уже еще дальше развиваться. Стоп! У нас Денчик прибежал. Да бери! Почему ты не берешь? Почему ты... Получил! Получил, пес! Получил, пес! Сейчас тебе... Тварина мелкая! Отдай! Отдай, это мое! Иди сюда, скажи, скотина! Зараза такая! Фух! Че-то я увлекся его прогонять. Черт, тут мелочь какая. Надо посмотреть, он там не покрасил, он где ничего. Сейчас иду, иду, иду. Простите, пожалуйста, у меня тут это... Ледовое побоище, или как она там? Куликовская битва была. Нападение. Ну, а тварь, ты посмотри, что он надел. Ты посмотри, что он надел, ты посмотри, что он надел. Зараза мелкая. Он мне тут инопланетяне рисует. Все, спасибо тебе за лайк. Увидимся с тобой на следующем видео. Береги себя. Пока.